Австралийский велогонщик Калеб Эван, представляющий команду Orica Scott, стал победителем третьего этапа многодневки мирового тура Down Under в Австралии. Он преодолел дистанцию 144 километра за 3 часа 24 минуты и 45 секунд. Вторым стал словак Петер Саган. Третьим итальянец Никола Бонифацио. Эван также выиграл первый этап этой велогонки. В генеральной классификации лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC. Четвертый этап протяженностью 149,5 километров пройдет 20 января. Веломногодневка завершится в это воскресенье.